Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор из магазина FixPress в городе Челябинск. Очень много привезли хозяйственного мыла, 180 грамм. Отлично отстирывает пятна, 39,50. Санфор сияние белого. Сантехническое средство за 2 минуты избавляет от грязи. 700 грамм содержит в составе хлор. Цена 99 рублей. Новое средство для чистки и мытья стекол и зеркал с распылителем. Изумруд, объем 750 мл, цена 83 рубля. Средство для мытья посуды в большом формате, килограмм 300 грамм, 199 рублей, в этот раз с гранатом. Сразу два варианта геля для мытья посуды, цена 99 рублей, объем литр, с ежевикой и вишней. Биолан для мытья посуды, таежный с можжевельником, цена 99 рублей за 800 грамм. И есть еще второй вариант, брусничный. Мастер эффект, это жироудалитель с распылителем. Удобный формат, подходит для разных видов плит. 750 мл за 83. В FixPrice появилась новинка. Это лейка, есть переключатель на рукоятке. Лейка для душа с пластиковой ручкой и 5 режимами. Нажимая на кнопку, вы останавливаете воду в рукоятке фильтр, цена 199. В отделе с товарами для ванной комнаты нашла ароматизатор воздуха. Формат гелевых шариков с ароматом жасмина, бамбука, лимона 99 рублей и лилии. Отличное складное ведро объемом 10 литров, цена 399 рублей, максимальная на данный момент в магазине FixPrice. На этикетке и ведре пищевого значка нет, значит подходит только для бытовых целей. Швабра с отжимом, это очень интересная конструкция, посмотрите на эту прорезиненную губку. Мощная длинная ручка с переключателем. На картинке показано, как отжимается, и, к сожалению, не указана длина. Интересно, можно ли менять, например, насадку, цена 349 рублей разных цветов. Бюджетное решение для обновления, например, кухни. Это панели на самоклеющейся основе. С помощью таких панелей можно обновить фартук на кухне. Размер 30 на 30, одна штука 69 рублей. Рисунок под камень, под белый мрамор, желтый. Белых два варианта с разным рисунком и черный. Если брать много, то уже не совсем бюджетно. Еще одна панель, но уже настенная, в рулоне. Объем небольшой есть. В рулоне 200 на 50 сантиметров. Видимо, они используются вместо обоев. Цена 199 рублей на самоклеющейся основе. Цвета в ассортименте, инструкция на упаковке. Если захотите поменять, наверное, отдирать будет очень сложно. Ажурная салфетка на стол прямоугольной формы, 30 на 46 сантиметров, выполнена из поливинилхлорида. Максимально такая салфетка выдерживает до 60 градусов, не только белые, с молочным подтоном, цена 1,35-50, и, кстати, отличаются рисунки. Снова в продаже гибкие доски, посмотрите, какой приятный серый цвет. Ранее всегда привозили яркие, 59 рублей, размер 28 на 20 сантиметров, и есть еще большие, 35 на 25 за 79. И еще одни отличные доски с прорезиненными краями, микс двух цветов и в наличии три расцветки. Размер 20 на 31 сантиметр, цена 149 рублей. Попросили показать черную посуду, на Новоградском есть. Керамическая глубокая тарелка, объем чуть больше литра, 149 рублей, есть и другие цвета. Из этой же серии глубокая тарелка объемом 640 мл, сейчас цена 124. Еще одна новинка в магазине FixPrice, это кувшин. Ручка из довольно толстого стекла, есть сливной носик и мерная шкала. Со временем, возможно, которая сотрется. 800 мл за 199. Стеклянная банка с пробковой крышкой. Объем 1 литр. Цена 199 рублей. Можно хранить муку, сыпучие продукты. Есть еще литр 800 мл за 249 рублей. Такие же. Кому необходимы банки с краниками для летних лимонадов? На Победе 390А нашла 2 литра за 199.
Бульонницы с ручками. Не белые, а скорее молочного цвета. Керамика 580 мл. У меня дома такие. Цена 124 рубля. В таком же исполнении есть высокие кружки. Цена 79 рублей. Состав опять же керамика и 340 мл. Сейчас действует акция на стаканы в форме елочек с трубочкой. Распродают за 69. Сырница размером 20 на 20 на 11 сантиметров. Сделана из полистирола и бука. Древесина твердых пород. 349 рублей. Снова в продаже полочки, но на этот раз металл у них не белый. У меня как раз дома две с белым металлом, а здесь он такой кофейно-кремовый. Полочку я лично использую для декора. Сверху у меня стоит где-то косметика, где-то декор. На картинке есть пример и цена 299. Размер 22 на 15 на 22 сантиметра. Держатель с крючками крепится к полке от кухонного гарнитура. Честно скажу, мне вовсе не внушает доверия. Металл кажется слабеньким. Размер 30 на 10 сантиметров. Нержавеющая сталь. Пример на картинке. Цена 174,50. На Чечерина выставили женские летние шлепанцы. 349 рублей. На выбор 3 расцветки. На Новоградском совсем другая женская летняя обувь. Панталеты указаны на ценнике, регулируются с помощью липучки. Цена 399. Сабо с ремешком можно найти для мужчин и женщин. У нас в магазине черного цвета и ярко-зеленые. Цена, предполагаю, такая же. Детские кроссовки 349 рублей. Есть два варианта. На липучках. Подошва увесистая, но все равно гнется. И второй вариант с завязками. Носки женские, высокие, минималистичные. 65% хлопка до 40 размера. Есть еще вот таких нежных цветов с микрорисунком. Цена 79. Заметила отличные женские футболки. Небольшой рукав, практически его нет. Круглый вырез, состав 100% хлопок. Размерный ряд 48-54. Цена 349 рублей. У нас есть три расцветки. Шорты женские. На резинке надпись «Спорт». Короткие, и это 100% полиэстер. Таких точно будет жарко. Цена 299 рублей. На этой же полке разместились тонкие леггинсы однотонные. Есть у меня такие подозрения, что будут они просвечивать. Цена 349 рублей. Также есть неоновые, оранжевые и розовые. Детские носки от марки Zuvey. Две пары с одинаковой расцветкой, 99 рублей. В составе 65% хлопка. Носки не совсем обычные, на светлых более заметен как раз край. Напоминает рюши, расцветки в ассортименте. На Чечерина нашла новинку, светлое полотенце с рисунком, размером 30 на 70 сантиметров. В составе 70% хлопка и 30% льна. Сделано аккуратно, края прошиты, цена 199 рублей, и рисунки отличаются. С листочками, с веточками, цветами, а здесь даже изображены птички. И снова обнаружила новинку на Чечерина, это пряжа, 50 метров, 150 грамм. Есть молочная, коричневая, с рыжинкой. Состав 100% полиэстер, цена 199 рублей. Пряжа амигуруми, 50 грамм, 165 метров. В составе 51% акрила и 49% хлопка. Фиолетовая, серая, цена 116 рублей. Есть еще белого цвета и мятные. И, кстати, на Чечерина очень хороший выбор для вязания. Заметила еще одну новинку – корзинки. Размер 22 на 16 на 11 сантиметров. Пластик не пищевой, с двумя ручками. Цена приятная – 59 рублей, на выбор 3 расцветки. Белая, серая и темненькая. Корзинка универсальная, 8,5 на 13 на 31,5 сантиметр. У меня в холодильнике такие стоят, 79 рублей. Влажные хозяйственные полотенца Smart Econom, размер XL. Для всех типов поверхностей, 60 штук в упаковке,
99 рублей. На входе обнаружила симпатичные наборы с декоративными наклейками. Они объемные, всего 4 разных вида, но плюс-минус похожие, за 59. И на этом же стенде можно найти другой набор декоративных наклеек с животными на белом фоне, 59 рублей. Наклейки разного размера, в том числе есть и мелкие. Маленькие блокноты на спиралях с пластиковой обложкой, листочки в клетку, 59 рублей, отличаются по цвету, внутри 80 листов. Обновились тетради с яркими обложками, есть поля в клеточку. 80 листов, формат А5, 55 рублей. На любой вкус, с авокадо, с котиками, для мальчиков с машинками или космосом. Снова в продаже игровой набор для ванной «Животный мир». Большая черепаха с 3 малышами. Такие же наборы со слонами, бегемотом, только вот цены не вижу, если знаете, подскажите. Коллекционная игрушка-машинка, размер 1 к 43, для детей от 3 лет, цена 174,50. С пружинным механизмом отводите машинку назад, и она разгоняется. Игрушка-водная бомбочка для детей от 3 лет, наполняется водой по инструкции. В упаковке одна штука, многоразовая, за 83. Некоторым не нравится рассматривать детские товары, но я здесь не выбираю. Набор детский боулинг, цена 249. Игровой набор надувная лодка, плавает по воде. К лодке в дополнение есть специальный насос. Лучше не перебарщивать, иначе лодка может лопнуть. Цена 199 рублей. В товарах для сада тоже есть новинка, это конский перегной гранулированный. Натуральное удобрение массой 2 килограмма за 116 рублей. Заметила, что иногда выставляют старинки, например, пластиковый заборчик, 3 штучки 99 рублей, коричневый. Сбоку сделано так, чтобы можно было их состыковать. Еще одна новинка для садоводов – это Батрайдер. Инновационная формула для комплекса вредителей. 10 мл. Используется на различных культурах за 149. В техническом отделе сегодня не густо. Привезли кабель USB с симпатичным держателем под эко-кожу. С функцией передачи данных и зарядки. Длина 100 см, 174,50. Печенье от марки Любятово с топленым молоком. Правда, очень вкусное печенье. 365 грамм, 79 рублей. Новинка от Neo Botanica. Хлебцы злаковые, вафельные, с творожным сыром, без сахара. 39,50. 75 грамм. Здесь, конечно, не 100% натуральный состав, но сахара и правда нет. Печенье-сэндвич Супер Контик с новым вкусом сгущенки. 14,70. Кислые страйпсы от Chupa Chups со вкусом клубники. Упаковка за 99 рублей. Лапша яичная от Ролтон. 6 порций, широкая. Раньше я Ролтон покупала, а теперь постоянно Барилла, а вы? 73 рубля с картой. Невский десерт, зефир, 275 грамм. Лично по мне, он ничуть не хуже, чем Белевский. 69 рублей. Есть ванильный и клубничный, оба вкусные. Обновился ассортимент напитков в магазине Фикс Прайс, очаковский квас в жестяной банке. Квас двойного брожения 330 мл за 39,50. Интересный напиток и снова в банке 250 мл Bubble Tea. Здесь вкус матча. С жевательными шариками из коньяка за 116. В другом магазине нашла со вкусом манго. В этом году это популярный напиток. Давно не видела в продаже Milkis от Lotte со вкусом клубники. Газированный напиток за 55. Новинка от Черноголовки. Пол-литра кола. Говорят, похоже на оригинальную. Цена 49,50. Не бойтесь оставлять комментарии, ведь только благодаря им я могу понять, что вам интереснее. Какие магазины вам хочется рассматривать чаще и какие товары. На сегодня у меня все. Благодарю за просмотр. Удачных вам покупок. Увидимся уже скоро. Пока-пока.